Доброе утро. Доброе утро, Санкт-Петербург. Сейчас будет самое красивое место. Где? Знаешь, где вот это зеленое? А, да, справа. И потом Мойка, да, там? Да. Анечка в мост. Да? Называется «Приехала в Москву». Что за погода? У меня сегодня праздник. 15 лет. На дождь — это на счастье. Мая, суббота. Открытие летнего сезона резиденции Санторини. Сегодня цветочек. Оля, иди сюда. Пусть надень. Давай, пусть надень. 15 лет я на телевидении. Ничего не меняется. Любое постоянство. Люблю в кадр работать. На любимом канале. Любимые программы. Дом-2. Каждая музыкальная и видеоработа — это новый этап в моей карьере.
Как мне хотелось именно сегодня, в день, когда отмечаю 15 лет своей телевизионной карьеры, порадовать вас новым видео. И какое счастье для меня, что видеоклип на песню «Очень хорошо» прямо сейчас третий на вкладке в тренде. Поскольку я не очень активна в YouTube-пространстве, но я знаю, что это очень круто. И это все благодаря вам, благодаря вашей любви, вашему интересу, вашим просмотрам. Вот уже 15 лет. Спасибо, что вы со мной. Ну и смотрите клип «Свайбайте вверх». Что ты видишь во мне? Присмотрись, наконец. Муз ТВ принимает ее такой, какая она есть. Ольги Бузовой «Принимай меня». Красотка. Одиннадцать часов. Только закончился мой рабочий день. 15 мая. На Доме 2. Отвела шоу в Лобное. Я написала пост. И для вас хочу еще раз сказать спасибо вам всем за отметки, за поздравления. Я весь день читаю директ и смотрю на вас. Многие пишут, что смотрели меня, когда кому-то было 7 лет, 10, 18, кто-то сейчас в возрасте 20 лет, кто-то такой же сейчас, как и я. Спасибо вам за вашу любовь на протяжении стольких лет. Всегда ваша Оля. Но мой рабочий день не заканчивается. Я еду на важную встречу, чтобы продолжать создавать историю и становиться с каждым днем лучше для вас, мои люди. Ти-ти-ри-ти. Кто ко мне приехал? Я тебя. Спасибо. Ты зайка, ты я. А мы вообще нормально, ребята? Мы вот только сняли один клип. Уже готовы на второй. Сашей, с Оксаной. И сейчас будем обсуждать то, что вообще пока я не могу говорить. Секрет. Это зайчик мой привез букетик цветов. Какие-то подарочки. Я знаю, что это. Ой. Пижамочка, да? Красиво какая. А это маечка, да? Спасибо.